Всем, всем всем привет, ребята! Вы на канале Би -би Биксели, С вами как всегда Андрей. И сегодня я буду рисовать УЗИ из Блок Страйка. Ну что ж, поехали! Он занимает 28 клеточек по горизонтали и 26 клеточек по вертикали. Я беру сразу черный фломастер и ставлю тут одну черную клеточку. Вот, тут вот. вот так вот. От нее и начнем рисовать. В бок пойдет 1, 2, 3, 3 клеточки. Тут пойдет раз, два, три, сюда пойдет раз, два. В бок теперь пойдет вот от этой клеточки сразу же 17 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Вот так вот есть. В бок теперь пойдет раз, два, три, три клеточки на низ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И да, ребята, если вы вдруг за мной не успеваете, то обязательно нажимайте на паузу, дорисовывайте, а потом продолжайте рисовать вместе со мной. Ну, а я продолжаю. Тут ставлю раз, два, три, три клеточки. На низ пойдет раз, два, три в бок пойдет сразу же 8 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тут поставлю одну клеточку. Вот от этой одной клеточки ставлю сюда одну клеточку. И на низ пойдет сразу же 17 клеточек. Прямо с этой клеточкой будет 17 клеточек. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, тринадцать 14, 15, шестнадцать семнадцать Вот так вот, 17 клеточек. В бок пойдет раз, два, три. Наверх пойдет 9 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Тут поставлю одну клеточку, наверх пойдет 5 клеточек, раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. Тут пойдет раз, два, три, три клеточки, в бок пойдет раз, два, три и еще раз раз, два, три. Вот так вот. В принципе, все легко и просто. Если вы вдруг за мной, ребята, не успели, то сейчас нажмите на паузу и дорисуйте. Теперь, ребята, смотрите, я поставлю вот тут вот. Раз, два, три, три клеточки, и тут две клеточки наверх. И все это приступаю закрашивать. В общем, ребят, вот такой вот узиха уже крутая получается. Теперь я беру зеленый фломастер. Вы можете взять зеленый, салатовый, красный, какой хотите, такой берите. Я лично беру зеленый, потому что там идет именно кин идет именно с зеленым цветом. Вот поэтому я беру зеленый. Но вы можете взять красный, тоже будет очень круто смотреться. Ну или даже желтый можете взять. Тут ставлю две клеточки, ребят, смотрите. Тут ставлю раз, два, три, четыре, четыре клеточки. Тут одна и тут еще одна клеточка. Все. Теперь переходим рисовать. Вот сюда. Вот сюда вот, тут одна, тут вторая, тут третья. Вот такая вот лесенка, теперь отсюда упадет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать клеточек сразу. Вот, ребят, смотрите, вот отсюда вот, видите, тут как бы наверх идет три клеточки. Вот напротив вот этой черной ставим примерно тут раз, два, две клеточки. В бок пойдет раз, два, три. Вот эту часть тоже мы так отставляем, пока оставляем. Пускай она так постоит. Подыхает И тут теперь пойдет 2 клеточки. Тут пойдет отсюда: раз, два, три, четыре. Четыре клеточки. Тут раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Такой лесенкой. Везде по 4 клеточки. Только тут 2 клеточки. Все легко, понятно и просто. Тут тебе, ребята, ставим одну, ту, вторую, тут еще одну. И наверх такие три клеточки. Раз, два, три. Есть. И тут так же самое. Раз, два, три. Тоже есть. Все, все. Ну и теперь все это, ребята, начинаем, естественно, закрашивать зеленым цветом. Поехали. Вот тут, ребята, где я отделил все клеточки, тут тоже все внутри закрашиваем. И теперь, ребята, берем теперь всего лишь серый фломастер желательно взять темно серый фломастер но если если у вас есть обычный серый то тоже берите обычный серый или же возьмите используйте обычный карандаш но ну, я беру серый фломастер и все остальное все белую часть закрашиваю серым цветом поехали И у меня, ребята, получается вот такая вот крутотеньшая УЗИХа. Выглядит она очень классно, классно, прекрасно, классно, прекрасно, просто классно, или просто не классно, или очень классно. Это просто очень-очень супер классно выглядит этот автомат, мне он очень сильно нравится. УЗИшка из блок страйка выглядит очень круто, за это лайкос. Ну а на этом все, ребята, всем пакетовки, кто не подписался, подпишись. Быстро!